Nokia – новая компания на рынке электроники. Да, я знаю, что это третья попытка вернуть легендарный бренд, и руководство обещает придерживаться былых традиций. Но будем реалистами и посмотрим на Nokia 6 как на совершенно новый смартфон совершенно новой компании. Хотя, судя по Nokia 3310, этот бренд так и не понял, что такое новый продукт. Ай да ладно, начинаем обзор. Итак, Nokia 6 – совершенно новый и незапятнанный продукт, который в данный момент является флагманом бренда, то есть самым мощным смартфоном в линейке. Но настоящий топовый смартфон у нас еще впереди. А шестерка – это не что иное, как уверенный середнячок. Ну и раз уж мы заговорили о позиционировании, начнем с характеристик. Работает Nokia 6 на базе 8-ядерного Snapdragon 430 с тактовой частотой 1,4 ГГц в паре с графическим ускорителем Adreno 505 и 3 ГБ оперативной памяти. Все это образует довольно неплохой тандем. Девайс достаточно живой и при тормаживании интерфейса практически не встречаются. Этот смартфон можно сравнивать с девайсами от Meizu или Xiaomi, а также, ну скажем, от Huawei. Ведь Nokia 6 находится примерно посередине между первыми и вторыми, практически по всем характеристикам, кроме железа. Кстати, в телефон установлен Android 7.1.1 с практически стоковым интерфейсом. Иконки выделены одним цветом, напоминая о старой операционной системе Symbian, на которой и прогорела старая добрая Nokia. Оболочка, кстати, из себя не представляет ничего выдающегося. Это самый обычный 7-й Android с минимумом изменений. Но что важно, производитель пообещал обновлять смартфон наряду с Nexus'ами и пикселями, что невероятно приятно. Камера в Nokia 6 также не является чем-то выдающимся, но свои деньги отрабатывает. Картинка довольно четкая, с балансом все в порядке. В сети встречаются жалобы на засветы и мыльную картинку, но наш образец выдавал отличные снимки. Опять же, учитывая ценовой сегмент. Видео телефон снимает Full HD 60 кадров в секунду, никакого 4К и slow motion. А вот смотреть фото вы будете на 5,5-дюймовом Full HD IPS LCD экране, который защищен корнем Gorilla Glass с эффектом 2.5D. К экрану претензий никаких, достаточно хорошая матрица с отличными углами обзора и живыми цветами с правильной балансировкой. На солнце будут проблемы с восприятием информации, но не больше, чем с любым другим смартфоном с IPS дисплеем. Минимальный уровень яркости вполне комфортный для чтения в полной темноте. А вот что касается корпуса, тут лишь позитив. Тут сплошь металл, металл и металл. Есть лишь пару пластиковых вставок для антенн по типу iPhone. Кстати, про iPhone. Вспоминая их избыточную гибкость, Nokia 6 – полная противоположность. Этот корпус никак не согнуть и не сломать, да еще и ощущается он невероятно монолитно и серьезно. Это однозначно солидный мужской смартфон. Дизайн, кстати, соответствующий, строгий, максимально ровный, без лишних элементов. Сзади только блок камеры со вспышкой и незаметный логотип компании. Передняя панель украшена лишь динамиком, дисплеем и не механической кнопкой домой, она же сканер отпечатков пальцев. По бокам тут тоже сенсорные кнопочки, которые никак не выделены, кроме подсветки в активном состоянии. На гранях, в принципе, все стандартно и вполне ожидаемо. Внизу динамик и микро-USB для зарядки. Слева гибридный слот под 2 сим-карты или одну сим и флеш-карту. Вверху аудио джек, а справа кнопки блокировки и громкости. И тут у меня сразу две придирки. Первое – это 3,5-миллиметровый аудио джек. Тут отдельное спасибо за размещение. Ну а второе – это кнопки на правой грани. И тут… Какого черта? Зачем в 5,5-дюймовом смартфоне пихать кнопки в самый верх боковой грани? Еще бы на верхнюю грань засунули, как в старые добрые времена. Насчет аккумулятора, то здесь он на 3000 мАч, чего для такого большого экрана и такого процессора немного маловато. По официальным данным заявлено более 1000 минут в режиме разговора и более 700 часов в режиме ожидания. По факту смартфон уверенно держится один день, если не играть игрушки и не использовать прожорливый софт. Но ситуацию спасает технология Quick Charge 3.0, которая позволяет зарядить смартфон в 4 раза быстрее. Так вот, у молодой и довольно неопытной компании Nokia 3.0 топовый смартфон получился очень даже неплохим. Неплохим, пока не взгляните на цену. Целых $250 просят за смартфон на базе 430-го дракона. Xiaomi выпустила свой Redmi 3S на том же процессоре почти год назад и еще тогда просила только 150 баксов за топовую версию. Готовы ли вы переплатить 100 баксов за отличную сборку, чистую ось и шелудик когда-то известного бренда? Пока вы пишете комментарии под видео, мы пожелаем Nokia все же поймать ритм новых технологий и понять, что бренд уже потерял доверие у пользователей, которые держат руку на пульсе прогресса. Ну а на этом все. Не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал, оставлять комментарии под видео и до новых встреч в новых видео. Пока!